Кипяток мне надо. My gran is a very special person to me. My mom had me when she was only 21. She was still studying, so I spent a lot of time with my gran. She became my mom, dad, brother, sister, so she was my everything. And we formed a very special bond. I became my gran's little tail, and I was following her everywhere, all the time. My gran's name is Nadezhda, which translates into English as hope. She is 81 years old and was born in January 1941, during the Second World War. Times were obviously difficult and very different back then. I love listening to my gran's story, and I have always wanted to capture it in some way so I can rewatch it and remember everything. I thought you might enjoy hearing that too. Соленая. Угу. Хочешь попробовать? Хочу. Сильно. My gran didn't have a very unusual or any kind of special life, but it's certainly different.
She was born near the Siberian city of Krasnoyarsk on the 7th of January 1941, during the Second World War. Her birthday is actually Christmas Day in the Russian Orthodox calendar. She is the second child of three. Я родилась в Сибири, в Красноярском крае, Шушинский район, село Шушино, где по рассказам бабушки и дедушки, бабушки и мамы, что там был на ссылке Владимир Ильич Ленин, был в ссылке в тех краях, в Шуши. К нему приезжала Надежда Крупская. Семья у меня полная, папа, мама. Папу на фронт не взяли, потому что у него была бронь, надо было восстанавливать сельское хозяйство, кормить армию. Потом его перевели, в Хакасии есть такой район, был Таштыпский. Она была очень такая отсталая деревня, ни света. Школа была только до 4 классов, другая школа была очень далеко. А стали мы подрастать, нам надо было школу, и мама настояла, чтобы отец, чтобы поменяли место жительства, где есть более-менее школы. In 1950, when she was 9, my grand's family moved to the Kemerovo region of Siberia, where she finished her school. As they were still living in the village, they could only study till 7th grade. So my gran and three of her friends took themselves into the city where they could continue studying till the 10th grade of school. They were renting a room at some old lady's house. And after finishing school, she went to a different city where she studied for 1 year as an accountant. After she qualified, she got sent to work in the village where her uncle actually lived. The main accountant left at the time, so all the responsibilities of giving salaries out to local workers fell on my gran. As she was only 18, just qualified and didn't know any of the locals, she didn't want to take that pressure on, so she appealed and was asked to leave. After that, my gran worked on the till in the bakery shop and then sports shop for a few years, got married at 22 and had 2 kids. У которых родился один внук у сына, а у дочки 3 детей. 2 дочки и 1 сыночек. Но один твой самый любимый, да? Все мои любимые. Эй! Чё? В смысле? В основном работала я в Сибавтоцентр, где была заведующий складом, где принимали запчасти для «Жигулей» из Тольятти. И мы их распределяли, эти запчасти шли вагонами, и мы эти принимали у себя, потом это распределяли на 5 областей. Ответственная очень работа, да? Да, принимать надо, потом отправлять надо. А ты помнишь, какая вообще жизнь была при Сталине или нет? Ну, немножко помню, но какая была. Было очень все строго, что не дай бог, кто возьмет там какое-нибудь бревно, например, валяется бревно, не дай бог, его взять нельзя было. А кто узнает, что ты узнал? Ну, соседи скажут? Могли доказать. Могли? Могли. То есть это правда, что говорят, что соседи друг на друга стучали? Да. Дисциплина была строжайшая. Все работали. Работы было достаточно. Тебе сколько лет было, когда он умер? Мне было... Он в 53-м умер, а я в 41-м, 12 лет. 12 лет. Ты помнишь? Плакали все, я плакала. Жалко было Сталина. Ну, а тебе 12 лет, ты осознанно плакала? Или потому что все плачут? Все плакали, я плакала, вот так вот ложилась на стол и плакала. Все плакали, я плакала. А вообще вот те времена, что ты вспоминаешь, они чувствовались как? Ну, были дешевые эти продукты, были дешевые. Например, каждую весну было снижение цен на продукты. Например, молоко стоило, цены были другие, 28 копеек, например, литр. А с весной было снижение, уже молоко стоило 22 копейки, например. А ты говорила, что у тебя мама много умела делать, да? Мама, да, ну мама все умела делать. Сама и сыр варила, и
хозяйству, потому что мама и сыр говорила сама, и все она умела, и половики ткала, и все умела. И нас обшивала, шила нам что-нибудь, и постелила одеяло. Ничего же продаж, это не было такого. Все сама. А вот тогда ты говоришь, что в те времена, когда ты маленькая была, все друг на друга за бревно стучали. Какие отношения между людьми были? То есть они были напряженные какие-то или... In many ways, it was actually the opposite. People were a lot closer amongst each other. Everyone was helping each other out, and there were many gatherings and parties where everyone from the local area was invited. No one was left out, so everyone was familiar with each other. And the people that were reporting everything that wasn't done by the rules were in the minority. А вот в твое детство хватало ли еды? Потому что все равно это были годы войны, вот когда ты совсем маленькая была, и потом послевоенные годы все равно. Плохо было с питанием, очень, по сравнению с другими, что у нас отец был, как-то нам полегче было. Ну, сильно мы так уже сказать не бездали, потому что сельское хозяйство было. И коровы, и свиньи, и куры, и как-то так-то. Сладкого не хватало. Вот я люблю сладкое, так не доставала сладкого. Ну что, в 92-м муж умер. Мне тяжело стало в своем доме жить. Ну, конечно. Стало болеть, давление стало. С давлением стало болеть. Ну это нарежу, тут уже победим. Стала болеть спина, позвоночник стал мучить меня. Сейчас я дом продала, купила двухкомнатную на ФПК. Двухкомнатную хорошую квартиру. As long as I can remember, my gran always had a dacha, where she was growing her own berries and vegetables. She really enjoyed spending her time there, but unfortunately she can't keep up with the hard work that it requires anymore due to her bad back. She's really missing it. А при СССР были хорошие пенсии были или нет? Когда? В СССР. В СССР маленькие, наоборот. Маленькие? Конечно. Так людям не хватало же. Не хватало, знаешь? Ну, как маленькие, но цены были маленькие, потому что не хватало. Ну, то есть хватало? Хватало. Билет до Минвод, например, стоил 64 рубля, до Москвы 60 рублей. А пенсии примерно были? Пенсии 120. Mm-hmm. А много ты помнишь из своего детства или нет вообще? Нет. Нет? Mm-mm. Вспоминать-то нечего. В чем ты говоришь? Ни телевизоров не было, ни стиральных машин. Да вообще ничего не было. Когда холодильники появились? Ой, когда уже с мужем мы жили, пристроили, в 68-м году. В 68-м? Первый холодильник Береса был у нас. Ну так, а по сути, да, говорят, что в Сибири тяжело жить, а зимой лучше всех, да, потому что холодильник на улице был у всех. А своих бабушек ты помнишь? Конечно, бабушка уже и Наташа, мама была, она приезжала к нам. Баба Лена. Да? Мама уже была? Да. Она на носки всегда нам приедет, наверное, всем. Ого. А они считают, твои бабушки, они еще жили при царе? Ну да. Они тебе ничего такого интересного не рассказывают? Да вот сейчас бы спросила. Неинтересно было, а потом, может, спрошу что-то, а потом уже никого нет. Это так интересно, да, что вот ты родилась во время Сталина, да, во время прямо самого начала СССР, или вот после войны, типа так можно сказать. А вот они родились на царское время, а ты совсем другое поколение. Я родилась была в России, да. Так. А дом ваш деревянный был? Дом рубленый, деревянный. Угу. When they moved to Kemerovo region, at first they bought an earth lodge on the riverbank. Lots of people were living like that. Later on, when they earn some more money, they build their own house. А скажи, а когда ты маленькая была, праздновали что? Пасху? Нет же? Запрещали. Даже не то, что маленькая. В школе я, наверное,
классе, в четвертом, пятом училась, запрещено было. Но все отмечали, все красили, а во всеуслышание было запрещено, потому что все церкви разорялись. Или сносились, или под что-то другое перестраивались, да? Рождество тоже? Или нет? Просто про именно религии ничего не сказали, да? Просто вот праздник такой. А что потом ребятишки другие? А вон они яйца красили. Вот так вот и обедничали. А кому это не в школе, ехать? Например, учительница. Ну, например, вон Надька яйца красили. Ну, учителя сами красили. Когда ты поработала, это было нормально, да? Обычно в семье, что и женщины, и мужчины оба работали, да? Не было такого, что мужчины именно работали, и женщины дома сидели. Надо было всем работать. Всем работать. Всем надо было работать. Редко-редко кто не работал. Угу. Все работали. Это интересно. Это отличается от нашего. Раньше, вот, я бы сказал, обычно было, что мужчины работали, а женщины обычно дома сидели. В Англии? В Англии, да. Ну, это кто-то не работает, как-то даже... Стыдно. Стыдно было. А вот ты бы сказала, что, например, вот ты помнишь, нет, какие вот в то время пенсии были? Люди себе позволяли на пенсии больше тогда, чем сейчас? Тогда, конечно. Да? Да. 120 рублей была пенсия самая высокая. 120 или что-то уж там сверх какая-то была, 132. Нормально, люди везде ездили. Тогда, знаешь, много ездили, потому что не было что купить. Вот, например, из-за одежды. А, то есть деньги некуда тратить да, было? Да, ни мебели, ничего такого, ничего вот этого не было. А вот на пенсии сейчас, на твой пенсии сейчас, то же самое или пенсии очень мало, да, для жизни? Мало, потому что... Квартплата очень дорогая, жилье дорогое, за квартиру платить много. И таблетки. Стала болеть, и таблетки много. И счета. Ну и еда тоже. Ну и еда. А ты же будешь вареники есть? Да, что-то есть 4 съем. Ты очень... Заработала, поди. Тебе лучше жить было сейчас или тогда? Жить? Чем-то сейчас лучше, а тебе было тогда, потому что молодая была, наверное. Ну, да. Ну, сейчас все есть, магазин готовать, ничего не надо. Везде свои какие-то плюсы и минусы есть, да? Что нельзя сказать, что да, вот тогда было лучше, да? Везде свое. Один тебе выловить? Не один. А, ты будешь пробовать все? Да, вот так, штуки 4. Ой, ну вот. Давай бы 5. Нет, еще один хватит. А тут уже 4. 3? Еще один. Все достаточно. Вера, не будет кушать? Ой, вкусная! Вкусная, да? Потому что сама делала, да? Да. Контролем. Такие большие, говорю. Ну, это же не пельмени, а вареники. My gran is from a generation of incredibly tough human beings. She doesn't like to talk about the hard times in her life. For her, she doesn't like to dwell. I have my aunties and mum tell me that my gran has mellowed with age. Probably. I just think that a lot of the time when you are a strong person and seem to be dealing with everything without complaining, people around you assume that you don't need help and support as much. Which I'm not going to lie, my gran doesn't make it easier, and she is so stubborn. She's not the one to ask for favors and help, she's always relying just on herself. Basically, what I'm trying to say is that even the strongest people need someone they can be weak with, someone to confide in,
Sometimes I wish I was there for her. My gran is not some sort of superhuman, but she's my everything, and I love her more than anything in the world.